города Харькова. Давайте и поприветствуем они вместе с нами всех, кто стал почетным гражданином. Это Ярославский Александр, это Елена Светорина, теннисистка, это Виктор Ковтун, художник, и директор гимназии номер 6, где училась Людмила Курченко, Мариинская гимназия, Александра Михайловна Зуб. И сегодня мы пришли сюда с гостями, здесь и мэр Днепропетровска, и мэр Одессы, и другие мэры. Они сегодня посмотрят, какой мы сделали самый лучший фонтан нашей Украины. Но он находится здесь, в городе Харькове. Здесь раньше была достопримечательность, стоял памятник Ленину. Его свалили, когда была декоммунизация. Мы теперь решили здесь построить фонтан. 150 струй в этом фонтане. 150 струй. 7 колец. 36 метров в диаметре. Это самый большой сухой фонтан, который будет работать для вас, дорогие харьковчане и гости нашего города. Слава тем, кто его строил. Слава тем, кто успел его построить. Дню города. Давайте их поприветствуем. Мы столько не хотим вас долго не задерживать на солнце. Я вас поздравляю с днем города, с днем освобождения Харькова. Здоровья вам, счастья и удачи. Thank you.
Приятно, это гостиница. Вас читает Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко «Скит опера». Тут ваши оперы. Вау! И мы сегодня подарили вам фонтан эмоций, музычных и перчатили, как будто перчатили подходы, вот это буду вручить до оперы Лысенко. Это разгруба, и перчатили нас отвечала, что опера Харькова. Вот я выпускаю на сцену, до речи, рушению оркестерского пора. Головний дирижер, голова національних інструментів оркестрів Дмитро Мороз. Тож, овертюра до опери Тарас Бульба. Thank you.
Наступний артист України Олександр Лапін.